так совпало, что достаточно кризисный момент. Вместе с кризисом пришли сны. Начал вести журнал снов, думать над ними. Сон — это танец и самовыражение души. Процесс анализа сновидений является таинством, которое сохраняется между терапевтом и клиентом. Я очень благодарен своему коллеге, аналитическому психологу Александру Михайлову за то, что он любезно согласился принять участие в съемках этого фильма. Сегодня у вас появится уникальная возможность увидеть, каким образом происходит процесс интерпретации сновидений, увидеть самого сновидца, контекст, в котором видит сон, сам сон, а также анализ этого сна. Я прихожу в очень большой старый особняк, продвигаясь по коридору, и прихожу в очень большой зал. Там много людей, которые в старых одеждах, они все серые. Я поднимаюсь по лестнице на второй этаж, и в какой-то момент лестница начинает разрушаться. Я прыгаю и повисаю, не добравшись до второго этажа, на таком карнизе. В этот момент все эти люди, серые бродяги, вдруг оживают, и они становятся агрессивными, просто в бешенстве, что я разрушил лестницу. Я понимаю, что если упаду, они меня просто разорвут. Меня охватывает дикий ужас, потому что я понимаю, что они меня разорвут в клочья, если я упаду. Мне кажется, мое положение безвыходное, потому что у меня не хватает сил, чтобы подняться на второй этот этаж. И в этот момент встает один старик среди этой толпы безумцев и начинает очень так громогласно, просто его голос такой зычный, что просто пробирает до нутра, и он говорит: «Встаньте и смотрите». Дословно не помню, но суть в том, что наблюдайте, любуйтесь, это невероятное зрелище. Человек и его борьба. В этом большая истина и суть жизни, он говорит. И все эти безумцы почему-то его ненавидят, но не смеют на него кинуться, потому что он велик, это чувствуется. И в этот момент я проникаюсь его речью, и мне становится безразлично, смотрит на меня миллион глаз или два, или вообще никто. Я понимаю, что остался только я и моя борьба, мое положение. Ну и меня охватывает некое вдохновение. В чем уникальность этого сна? То, что во время этого сна мы буквально видим процесс трансформации. То есть внутри сна происходят изменения личности. Итак, что мы видим в сновидении? В его жизни наступил кризис экзистенциальный, социальный. Поэтому образ этого старого особняка, благородного, как и наш сновидец, очень интеллигентного, как и наш сновидец, но он обветшал, все покрыто пылью, оно оставлено, забыто. Он обнаруживает там странные объекты. Это то ли бродяги, то ли нищие, люди, которых забыли. Они могут означать, передавать травматический опыт детства, чувство оставленности, обездоленности, брошенности и одиночества. Лестница, по которой он поднимается вверх, слишком обветшалая, она разрушается. Защиты от теневых сторон больше не работают. Все вот эти объекты теневые начинают приходить в движение, в активность, фактически нападая на эго-сновидение. Мы видим тут удивительный процесс вмешательства третьей силы. Это великий старик, который появляется и говорит: посмотрите, как борется человек, посмотрите на эту прекрасную борьбу. А мы называем эту часть представителем самости, то есть некой высшей внутренней силы. Если мы будем говорить о психической целостности, то вся эта мизансцена, то есть эго, которое застряло между двумя этажами, темные теневые объекты и вот этот загадочный старик,
все это является внутренней композицией. Иными словами, происходит очень удивительный процесс идентификации эго с более высокой, развитой, умудренной частью. У меня есть я. Я сам могу о себе позаботиться. То есть есть достаточно сильная взрослая моя часть, которая может мою слабую часть взять на руки, как ребенка, и позаботиться о ней.